Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана тоже с компанией Угри. На их счету уже у нас четвертая мышка. Первая мне как-то не зашла. А вот третья и вторая достаточно хорошо функционирует по настоящее время, особенно третья. Вторая, как обычно, использую на работе, никаких проблем с ней нет. И вот вышла у нас четвертая мышка от компании Ugreen, которая представлена сейчас перед вашими глазами. Спасибо Почте России, которая доставляла около 3 недель, ну и убила практически всю упаковку, еще чуть-чуть и убила бы мышку, тогда бы ничего хорошего представлять бы я вам не смог. Но мышка выжила, мыши вообще живучие, и даже Почта России не может нанести им вред. Что из себя представляет мышка перед вашими глазами? И вот точно такой же, как и предыдущая мышка Ugreen, которую мы рассматривали, она похожа на Logitech 705, которая стоит сейчас у вас слева. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой. Выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Так, что из себя представляет упаковка? Упаковка вот такого вида. Здесь написан основной функционал. Ну, то, что она эргономичная, тихие клавиши, то есть клик. И здесь в предыдущей версии было написано, что... Вернее, здесь написано, что достаточно долгая продолжительность аккумулятора батарейки. Ну, это связано с тем, что здесь у нас, ну, точно так же идет до 4000 DPI, но за исключением предыдущей версии, там было 5 DPI, здесь идет 4 DPI, сейчас мы разберем. И помимо этого, здесь идут два возможных соединения. Вы одной мышкой можете управлять двумя устройствами. Это по ресиверу стандартному, по воздуху, которое на 2,4 ГГц, и Bluetooth соединение со вторым устройством. Мышкой вы можете без проблем управлять. Кстати, предыдущая мышка у них тоже. У меня версия только с общением по воздуху на 2,4 ГГц. И выпустили чуть позже по такому же принципу, но помимо того, что 2,4 ГГц, они еще общаются по Bluetooth. Вы можете также эту же мышку, но только уже с двумя типами соединения, использовать для двух устройств. И еще три варианта покраски сейчас существуют. Вот этот вот стандартный серенький такой вариант. Дальше синий вариант, вот такого темно-синего. И бордовый вариант тоже такого же исполнения. Поэтому можете выбирать из цветов, которые вам больше подходят для восприятия, чтобы мышка у вас не только радовала работу, но и своими цветовыми решениями. Вот эта мышка в последующем была выпущена также с двумя вариантами связи и цветами. Эта мышка у нас идет сразу же с двумя типами связи. И здесь вот продемонстрировано, ну, во-первых, то, что может общаться, ну, во-первых, номер MU-101 стал. Дальше Bluetooth соединение и типа Wi-Fi соединение по воздуху 2,4 ГГц. Там было 15 метров радиус действия, здесь 10 метров. Там было 800, по-моему, 1200, 1600, 2000 и 4000. Здесь у нас идут 1000, 1600, 2000 и 4000 DPI. Но, скорее всего, по умолчанию 1600. Вольтаж 1,5 вольта. Дальше расходует 40 миллиампер. Питается также от одной батарейки, одного аккумулятора типа 2А. Предназначено для различных операционных систем Windows от 7, 8, 8.1, 10 и 11. Mac OS от 10.5 и более поздних версий. Linux, Chrome OS и так далее. Дальше температурное использование минус 5 до 40. Ну а хранение от минус 10 до 60 градусов. Причем вот здесь вот написано длинный срок жизни, там было написано то, что у вас прослужит 1,5 года, но в связи с тем, что здесь двойная связь, ну, скорее всего, если вы будете использовать одну какую-то связь, ну, например, 2,4 ГГц, то, скорее всего, столько же прослужно-типной. Да, кстати, еще на сайте продемонстрировано о том, что размеры этих двух мышек совпадают, но, судя по упаковке, здесь упаковка чуть выше и чуть толще. Давайте вскрывать, смотреть, что находится у нас внутри. Здесь опять стандартная их пломба. Идет, ну, здесь порт номер и модель снизу. Вот у нас мышка. Внутри находятся у нас опять какие-то документы. Ну, документы, скорее всего,
по эксплуатации. Здесь уже множество языков, что положительно. Но вот русского я не вижу. Японский есть, а вот русского нету. Польский есть, итальянский, Франция, немецкий, арабский, ну и так далее. Варианты продемонстрированы. То есть международная версия. Так, ладно, это отложим. Так, ну и сама мышка находится в пакетике. Плохо открывается. По-варварски откроем. Вот такая мышка. Здесь, судя по всему, также, скорее всего, есть эти на ножках. Да, есть. Наклеена полиэтилен, поэтому прежде чем использовать, лучше его снять. И здесь у нас сверху находится кнопка для переключения режимов. Имеется в виду Bluetooth, либо соединение 2,4 ГГц по воздуху. И также здесь, по-моему, соединение еще идет с операционными системами переключения между Windows и iOS. Клавиши тоже бесшумные. И сама по себе она немножко длиннее предыдущей. Да. Ну, мне в деве удобно, потому что я привык уже к Logitech. Она по форме повторяет Logitech. Ну, это в чем-то схоже. Давайте приложим. Но она больше. Несмотря на то, что написано размеры одинаковые, но она больше. Поэтому под длинные пальцы прекрасно идет. Это мышка более миниатюрная. Это немножко удлиненная. Да, кстати, снизу у нас идет переключение DPI. Как мы видим, включение, отключение. И внутри у нас также находится ресивер для того, чтобы подключить к ноутбуку. А второй вариант тоже подключение к устройству через Bluetooth. Тоже удобная. Тоже. Причем я искал аналоги, думал, тоже где-то спионерили с Logitech. Но как таковой, вот именно конкретно такой вот модельки, я не нашел. Есть похожий вариант. Здесь у нас браузер, переход на шаг вперед, на шаг назад. Осуществляется, ну, тоже тихо. Ну, ок. Но не так. Беспокоить не будете. И колесико. Ну, здесь она более шустро бегает. А здесь, ну практически так же, единственное. Там у нас такое вот рифленое, здесь более ребристые поверхности. Вот, кстати, давайте сейчас взвешиваем две мышки. Сначала без аккумулятора, не весит, с ресивером. Я уже взвешивал один раз, то здесь 69 грамм. А здесь уже, ну, 80 грамм весит. Чуть-чуть побольше, на 10-11 грамм. И давайте сейчас посмотрим с аккумуляторами. Здесь я освобожу. Ресивер уже доставать не буду. Он 1 грамм у нас весит. Вот так вот. И давайте взвешиваем. Так, уже с одной аккумулятор весит уже 103 грамма. 104. А это у нас весит 93 грамма. Ну, понятно, что на 10 грамм, что и без батарейки это больше весит. Ну и батарейки ввиду того, что одинаковые аккумуляторы. Поэтому и разница та же самая у нас получилась. Давайте я включим. Здесь, кстати, тоже синий светодиод оптический. Это оптическая мышь. Это лазер, здесь не видно. А здесь красный светодиод. Он более как бы дешевый вариант по сравнению с этим. Так, ну тут переключение, ну, скорее всего, к Bluetooth, либо 2,4 ГГц по воздуху. Переключение DPI. А тут, скорее всего, тоже при подключении непосредственно к ноутбуку, либо компьютеру. И давайте сейчас посмотрим, как эта мышка функционирует в ноутбуке. Посмотрим. Итак, приступаем.
я вам продемонстрировал мышку новую Ugreen, которая может работать на двух устройствах. На одном устройстве при помощи 2,4 ГГц по воздуху и на втором устройстве при помощи Bluetooth соединения. Сама мышка чуть больше и изящнее, как бы так. В следующей версии, которая идентична по размерам и по форме, Logitech M705. Это уже какой-то отдельный вариант. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор исключительно только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.